по городу Череповцу выборы прошли организованно. Все 117 участков открылись вовремя, отработали слаженно в течение всего дня. На 20 участках было организовано голосование с использованием комплексов электронного голосования. На остальных участках составления протоколов использована технология QR-кодов. Серьезных нарушений при проведении голосования не зафиксировано. Все избирательные участки были оборудованы камерами Ростелекома для осуществления трансляции. Я думаю, что многие из вас этой опцией пользовались и отсматривали режим голосования в онлайн-режиме. Все центры были оборудованы рамками металлодетекторами. Все необходимые меры обеспечения безопасности были предприняты, и это привело к тому, что мы на протяжении всей выборной кампании не были зафиксированы какие-то серьезные нарушения по ходу проведения. Я бы хотела всех вас, уважаемые коллеги, и все коллективы наших муниципальных учреждений, органов мэрии, муниципальных предприятий поблагодарить за очень слаженную, очень профессиональную работу по проведению, организации проведения выборов президента. Такого результата Череповец не давал на протяжении последних выборных кампаний никогда. То есть результат по Череповцу очень хороший.